молодежной политики Татьяна Ивановна Бухминцева. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, наши любимые зрители. Сегодня мы очень рады снова встретиться с вами. Осень – это удивительная пора. Она красива своими красками, но не только ее можно ценить за такую красоту. Осень – это начало новых творческих успехов, новых проектов, новых достижений. И я хочу всех поздравить с началом открытия нового творческого сезона в Котласском дворце культуры. И от всей души хочу всех пожелать счастья, новых проектов, а главное – мирного неба над головой. И сегодня по поручению Министерства культуры Архангельской области хочу вручить почетную грамоту Казанцеву Виктору Александровичу, звукорежиссеру муниципального учреждения культуры. Нашим концертом. Ну, а какой будет первый номер, Мария? Что ты на это скажешь?